Вот это спидран. А, нет! Нет! Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Climbing Overhead, хотел сказать, в Difficult Game Above Climbing. Мы с вами забрались достаточно высоко, но я не знаю, насколько это достаточно. Возможно, это совсем недостаточно, и нам еще ползти и ползти. Поэтому давайте не будем расслабляться, не будем просто так купаться на этой стройке, в этой воде. Возможно, она загрязнена. Я это не хочу. Стоп. Мы здесь не можем забраться. Значит, нам нужно вот сюда, скорее всего. По этим строительным лесам. Вот сюда, вот сюда. И, кстати, мы можем цепляться же за вот такие вот трещины. Они позволяют нам за них цепляться. Ой, ой, тихо. Главное не соскочить. Оп. Эй. Не надо. Не надо ошибаться с самого начала. Мы же отдохнули. Мы бодры. И значит, нам все легко дается, потому что мы еще не обременены гневом. Тихо, 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 тихо. Так. Давай. Сейчас мы раскачаем. Какая странная штука. Что это за коробочки висят, за которые я держусь? Блин. Не думаю я, что в этом дело. Не думаю, что надо раскачиваться вот так. Возможно, нужно вот так сделать. Раз, два. Нет. Опа! Опа! Это называется, Евгений, просто перестал думать. Перестал думать и сделал. И вот что... Да, зеленый — это плохо. Перестал думать, сделал и получилось. Представляете? Выпад. Хорошо. Выброс. Умница. Теперь-то что нужно? А теперь нужно за саму балку захватиться. Так, погодите. Раз, два, три... Да ё-моё. Вот сейчас. Вот сейчас. Блин. Ухватился? Но это, возможно, очень плохо ухватился я. Тихо, держусь! Тихо, держусь! Слушайте, неплохо идем. Что за мешок висит? Я не хочу этот мешок трогать. Но мне придется его трогать. Я понял. Я понял, как это работает. Значит, мы сейчас схватаемся. Погодите, я могу за колесики схватиться? Нет, значит, план такой. Этот мешок. Затем мы прыгаем на второй мешок. Когда будем на середине. И каким-то образом мы прыгаем на ту палку торчащую. Вот такой план. Попробуем. Ой-о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 й. Так. Чувствую, мы тут запоролись. А, нет, все, мешок обратно поднимается. Ладно. Блин, как же я должен? Стоп! А может, и не надо так делать? Может быть, надо просто взять... Сейчас... И так прыгнуть? Ой-ой-ой-ой! Мог бы туда за край, мог бы туда за край! Это была бы ошибка. Смотрите, я могу сжать на пробел и просто скрести вот так вот. Видали? Если просто вот много раз сжать на мышку туда-сюда, туда-сюда, то очень сильно устает рука, и лучше так не делать. Но это можно сделать вот здесь. О, смотрите, вот это спидран. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Вот это спидран. Нет! Вроде бы это не такой большой... Фейл. Или большой. Там, по-моему, много всего нужно будет проходить. Там будет снова бассейн. Там будет кораблик. О, я так себе жизнь сейчас сломал только что. Просто сломал жизнь. Ну ладно. Ничего. Мы вернемся. Во что бы то ни стало. Выпад. Цепляйся, умница. Вот это что было сейчас? Ну-ка, что если мы отсюда попробуем сделать это вот так? Да, да. Это можно сделать. Оп. Нет, нет, плохо, плохо. Ну, дышим спокойно. Глубоко. И еще раз. Оп! Есть! Почему? Почему не зацепился? Оп! Ну, явно схватил. А он так не считает. Он не считает, что он схватил. Прикиньте. О! А вот сейчас схватил, вот сейчас схватил. Так, кажется, я чит-код разблокировал какой-то. Нет. Еще разочек. Вот. Неплохо. 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 Оказывается, пробел — это самое настоящее читерство. Так. Вот здесь... Ладно, мы помним, что делать с платьем. Нужно вот так вот на краюшке повеситься. И проблемы решены. Раз. Сейчас будет. Два. Есть. Прям за промежность схватим. Эх. Эх. Да будь ты проклята. Ты
Сейчас упаду! Какая скользкая промежность оказалась. Есть! Есть! Пожалуйста. Ладно, попробуем. Есть! Ладно, ладно, это бассейн. Нас просто пугали. Ладно, в целом-то осталось всего ничего. Мы сейчас просто преодолеем эту скалу, кораблик, балку, и вернемся обратно. В самое начало видео. Потом я удалю весь материал и сделаю вид, что не было этого фейла. Вот так я работаю. Я вру всем. Создаю видимость успешного человека. Успешного в играх, разумеется. Я похож на раба, которого в одиночку запрягли строить огромный небоскреб. Раскачиваем, чтоб наверняка. Блин! Ладно, может быть, еще хватит? Давай! Есть! Вот так. Вот так. Все, вернулись. Вернулись. Кстати, смотрите, здесь следы от рук. Кто-то уже полз тут. Ну-ка, попробуй поползти вместе с ними. Вроде как пытаемся наверх, но что-то какая-то позорная фигня. Ладно, опускаем. А теперь по спидрану, как в прошлый раз. Нет. Мы не умеем так. Мы не умеем так. Пожалуйста, ты так не умеешь. Оп. Ух ты, без прыжка получилось. Давай. Оп. Есть. Вот. Есть. Щекотливое положение. И еще эта штука все продолжает трястись. Ну ладно. Я доверился пальцем, они не подвели. А как же ты хочешь тут сделать? Вот так. Он хочет... О, нет. Ладно. Просто раскачиваемся. Я понял, как надо действовать. А действовать надо очень быстро. Вот так. Блин, да что ж такое? Не дотянулся рука. Возвращаемся обратно на исходную. Ой. Быстро стань легким, и тогда мешок поднимется вверх. Толстый ублюдок. Расслабились. Поверили в себя. Ползем. Давай, мешок с говном. Как это... Как он раскачался? Вот это неожиданно было сейчас. Нам нужно дождаться, пока эта раскачка прекратится. Попробуем не ждать. Почти правильно сделал. Как повезло, что он схватился. Как мне повезло сейчас. Это могло закончиться очень печально. Хорошо. Вот так вот не ждем. Так, схватили. Господи! Пока там руки перебираю, все, момент упускается. А момент надо ловить. Вот так. Блин, правильно сделал, но при этом тупо. Оказывается, раскачка это наоборот хорошо. Поэтому мы начинаем с левой руки. Цепляемся правой. Вот! Хорошо, что я вовремя отпустил мешок. Черт, мне кажется, мы очень в шатком положении. Давай. Смотрите, снова скалы. Мы словно вернулись назад. Мы правда вернулись в тот же самый биом, что и в начале. Полный круг завершили мы. И, кстати говоря, там резервуар справа. Это значит, что чекпоинт. Мы прошли еще одну локацию. Окей. Прогресс. Это я люблю. Я вот не знаю. Хочет ли игра, чтобы я зацепился за ту скалу? Наверное, не хочет. Поэтому просто плывем сюда. Там опять штурвал. Погодите, а что справа? Слишком большой водоем. Подозрительно большой. Ага. Это какой-то второй уровень земли. Может быть, мы, как путешествие к центру земли, начали с самого нижнего уровня, с самого центра. Так, ну, хорошо. Теперь что ты от меня хочешь, игра? Я должен каким-то образом туда допрыгнуть. Игра будет сейчас проверять, насколько мы научились, а мы научились прыгать на расстоянии. Хорошо. Все кажется нереальным, пока ты это не сделаешь. Вот такая мораль. Выкидываем. Почти зацепился. Я даже не виню себя за ошибку. Я виню его за ошибку. Вот! Это не так сложно. Ничего. Пока что эта игра гораздо более щадящая, чем Getting Over It. Никто не переплюнет ту игру по ужасу, по бадхёрту. Давайте не будем раскачиваться. Каждый раз, когда я раскачиваюсь, ничего не получается.
Надо просто взять и прыгнуть. Не так. Я знаю, что нас там точно ждет штурвал. Я не представляю, как это будет выглядеть. То есть у нас будет только одна попытка, после чего мы снова упадем в эту воду. И придется все прыжки заново преодолеть, чтобы попытаться во второй раз всего лишь. По-моему, это слишком жестоко. Игра как бы нам говорит, если ты за все это время научился прыгать на расстояния большие, то твоя вина. Первый раз получилось. Вот только здесь, как ты хочешь. Наверное, вот... Наверное, вот так. Осторожно перебираем ручками. Ты серьезно? Ты серьезно хочешь, чтобы я допрыгнул здесь? Я даже близко не представляю, как я должен совершить этот прыжок. Попробую дотянуться. Ну, немножечко, пару сантиметров не хватает. Естественно, никак я это не сделаю. Только если одна оттолкнуться. Ну-ка, раз, два, три. Вот он главный челлендж на сегодня, после которого я пойду подамся на Книгу рекордов Гиннесса. Естественно, по количеству неудач за один подход. Господи, у меня уже начинает неметь правое плечо, вся правая рука. Потому что столько манипуляций и нажимать пальчиками. И вот так вот водить. Я ее так накачаю скоро. Мне кажется, я стану чемпионом мира по правой руке. Чемпион мира по правой руке. Это я. Ну, пожалуйста. Значит, волшебное слово помогло, да? Ну, пожалуйста. Не помогло. Я обнаружил в себе поразительную способность. Способность не обучаться. Я вроде понимаю точно, что нужно делать. Но мое тело не обучается этому. Я как тупому школьнику объясняю. Значит, смотри, просто делаешь выпад мышкой в сторону, куда хочешь руку направить, куда хочешь допрыгнуть. Хорошо, Женек, я тебя поняла. Я мышечная память, так мне отвечает. И потом делает какую-то хрень, вот типа вот этого. И потом вот это делает. И такая, нормально сделал, да, как ты и просил. Я такой, твою мать, правая рука. Ты безнадежна. Левая рука, мне срочно нужен фейспалм. Объясни мне, рука. Ну что я делаю неправильно? Ну, пожалуйста, спасибо. Ну, не за что. Тут я вообще не знаю, как ты хочешь. Я не знаю, как ты хочешь. Так, ладно, нужно настроиться на позитивную волну. Позитивная волна. Таких роликов на YouTube просто дофига. Любой из них включаешь, слушаешь. И наслаждаешься моментом. Живешь в ресурсе. Только что. Да я же прыгаю нормально. Я же уже отработал движение. Я запомнил. Тысячу раз уже сделал. Вот почему сейчас получилось? Почему, игра, ты заставляешь меня кричать на тебя? Почему надо обязательно все делать... Обязательно все делать с агрессией нужно? Только попробуй соскочи мне сейчас. Повыше возьмись вот здесь. И схватись. Ну, молодец. Ну, можешь же. А вот здесь мне что делать с тобой? Тоже наорать на тебя? Пожалуйста. Стоп. Представляете, как ступни немного мочатся. Я не знаю, у меня пальцы, все, они застыли, оцепенели. Я не знаю, какую из них опустить. Так, давайте соображать. У меня левая рука справа, правая слева. Тогда мы отпускаем левую. Аккуратно ею цепля... Осторожней, аккуратно ей... Нет. Нет. Цепляемся. О! Вот так. И чуть повыше надо. Чуть повыше. Чуть повыше, урод. Чуть повыше. Ненормально это все. Вот. Вот так. Вот так. Прогресс. Прогресс. Есть прогресс. Это отлично. Это приятно. Это приемлемо. Это приемлемо. Я так хочу отпустить руку, я так хочу, чтобы она отдохнула. Фонарики. Что, мы сейчас какого-то кунг-фу панду встретим? Судя по всему. Ой, он шатается. Оп. Скользкие фонарики.
Это даже не я. Я не отпускал. Я не понимаю, почему он решил сорваться с этого. Почему? Значит, получается, снова я буду орать на тебя, игра. Точнее, я не буду орать. Я буду говорить очень устрашающе, как я умею. Я очень страшный человек. В гневе со мной лучше не связываться, потому что я обижусь. Все, что я могу сделать. Потому что я очень безобидный на самом деле человек. Настолько сильно я могу обидеться, что я при вас как Пакман. В обратную сторону вывернусь и исчезну. Ты просто меня подвела сейчас, игра. Ты меня подвел, мужик, своими скользкими пальчиками. Я вот не знаю, что же мне делать. Давайте раскачиваться, что есть мочи. Красиво прыгнул, молодец. Я бы так хотел попрыгать в пещере в воду. Кувырочком, солдатиком, бомбочкой. Но сейчас не та ситуация, мужик, чтобы этим заниматься. У нас с тобой работа. И раз... Ну все, у меня никогда больше не получится это. Ой, son of a bitch. Давай. Оп. Есть. Хоть мы это уже несколько раз делали, я порадуюсь этой победе. Ну, слушай, уж здесь уже цепляюсь как надо. А вот здесь... Как не надо. В целом, у меня уже выработалась толерантность к фрустрации. Здесь я испытываю ровным счетом ничего, я мертв внутри. Вот если сейчас кто-то решит смыть воду в этом водоеме, и я по трубе окажусь в самом низу, ну тогда, скорее всего, я просто исчезну, испарюсь. Как Пакман, я предупреждаю. Ну какие отделы мозга отвечают за правильные прыжки? Видимо, все, что связано с гневом, потому что как только я начинаю гневаться, я почему-то прыгаю, блин. Кроме сейчас. Ну! Все-таки где-то вот под кожу мне это лезет. Когда я вижу, что я явно зацепился. И не зацепился в итоге. Вот, то есть, это что такое? Попробуем высоко не забираться. Давайте, чтобы ровненько было. Вот так. Да. По принципу. По какому принципу мы это действуем? По принципу. Нет. Так, что там по принципам? Я уже не знаю, что по принципам. Что я хотел сказать? Неважно. Все, что было в моей голове, уже вылетело. Есть только одна мечта. Зацепиться. Вот так. Господи, это я только подошел к вот этому колесу. Это только я здесь. Столько страданий. Я не знаю. Это невозможно. Это нереально. Хватит, Евгений, говоришь как сосунок. У тебя уже получалось. А значит, получится еще раз. Верь в мечту. Верь в свои руки. Они тебя еще никогда не подводили. Они могли давать осечку. Но в долгосрочной перспективе всегда выручали. Стоп. Чуть пониже берёмся, да. Всегда тебя выручали твои ручки, и правая, и левая. Все молодцы. Все отрабатывают на 110%. Вот. Сошвырнул себя в днину. Да смилуйся. Давай, голубушек мой. Пожалуйста. Давай, есть. Хорошо. Большего мне и не надо. Главное просто здесь оказаться. А там будет как будет. Вот как здесь должно быть. Как я вот тут делал. Сколько раз у меня вообще получалось? По-моему, один раз всего. Как подходить к проблеме? С позитивом или с гневом? Это сложный выбор. Потому что, скорее всего, ничего не сработает, чтобы я не выбрал. Но мы просто попытаемся. Главное, мне так не хотелось просто материться по-черному. Я все пытаюсь завуалировать какие-то свои вопли, которые хочется, чтобы вышли. Чтобы не резало слух вам. Ну, господи. Ну, мою-то душу режет. Раны эти не заживают. Так. Все. Погоди, не торопись. Каждый прыжок, каждый толчок ты должен прочувствовать. Чувствуем вес своего тела, баланс, центр тяжести. Чувствуем. Я чувствую. И я вишу. И я вишу, как мошонка старика, и чувствую себя. Опа! Надеюсь, что моя мышца запомнила, как это делается. Хоть какая-нибудь из мышц, потом другим подскажет, даст списать. Что? Почему?
Почему не цепляется? Почему не выкидывает руку далеко? Я же прошу его это сделать. Сейчас. Сейчас, давай, пожалуйста. О, почему он не выкидывает? Это уже не человеческий вопль просто из меня исходит. Я теряю самообладание. Я обычно очень спокойный человек. Я спокойно рассудительный, взвешенный. Но я ошибался. Эта игра делает меня просто куском орущего мяса. Мясо, которое разделали на доске, и оно просто до сих пор помнит боль и орёт. Опа. Опа. Ладно, 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 ладно. А, тихо. Тихо. Здесь я вообще не уверен. Здесь какая-то дичь все это. Пожалуйста! Я сейчас заплачу, я сейчас заплачу. Ой, я сейчас заплачу. Пожалуйста, вы без резких движений теперь. Нельзя соскальзывать здесь. Нельзя соскальзывать здесь. Спасибо. Тихо. Вот здесь цепляемся за середину, за центральную пирамидку, вот за этот угол. И обеими руками держимся. Обеими руками держимся. Вот так. Вот так. Вот так. Стоп. 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 Места не хватает на столе. Нет. Не идеально. Вот. Я вижу. Я вижу. Камешек. Отлично. Вы что, угораете, что ли? О, нет. О, нет. Стоп, стоп. Не здесь. Сейчас пошатаем эту. Ладно, нормально так пошатаем. Скользкие камни. О, нет. О, нет. О, нет. Давай. Неужели... Просто от меня требуется смелость, немножко яиц. Неужели это? Но этого нет. Не хватает просто пары сантиметров. Нет, нет. Я чуть не отпустил, чтобы попробовать прыгнуть, но... Я засомневался. Когда ты сомневаешься, лучше не делай ничего. Лучше виси просто. К моему большому сожалению, я полностью забыл. Точнее, не я. Мои руки... Мои руки полностью забыли вот это движение. Что нужно делать? Я не шучу даже. Я, правда, так сильно напрягся там на фонариках. Тщетно, кстати говоря. Что моя рука как будто бы не знает, как двигаться. Чёртовы фонарики. Блин. Вы знали, какая это редкость. Поэтому я всегда так удивляюсь. Просто на одну удачную попытку тысячи, тысячи фейлов. Стоп, может быть, все-таки чуть-чуть пониже взяться? Вот здесь? Тут, по-моему, больше есть возможности раскачаться. Давайте чуть-чуть помусолим вот этот фонарик туда-сюда. Покрутим, покрутим. Приподнять. Почему? 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 Почему я... Я не отпускал мышку. Я ничего не отпускал. С фонарем нельзя крутиться. Его нельзя теребить. Твой фонарь шатал. Не должен был я шатать его. Я сейчас себя чувствую как нейросеть, которые сказали делать миллион прогонов, прежде чем они научатся проходить игру. И нету ни одного удачного прогона. Спустя тысячу лет. Удачные просеры считаются? Что, у меня их навалом. Ты мерзкий, вонючий, вымоченный чайный пакетик, ни на что негодный. Болтаешь о себе, пытаешься что-то доказать, но ты ничего не можешь. Просто не можешь взять и нормально раскачаться вот здесь вот, чтобы попасть на колесо. Нет, это не в твоем стиле. Это не в твоем стиле, ты просто любишь... мочиться в водичке, как сухарик. Потому что зачем идти к вершинам, да? Это же так сложно. Это для успешных людей, а ты... У тебя даже штанов нет. Никаких штанов. У меня их тоже нет, но я дома и записываю летсплей, поэтому мне можно без штанов стоять, а тебе нельзя. Черт!
подрагивает внутри все. Знаете, подрагивает так, словно что-то классное произошло, такое взбудоражило меня, взбудоражило. Но взбудоражило не в этом смысле, а в негативном. Когда просто ты такой, ух, какой сюрприз, отвратительный. Как прикосновение любимой, трепетное. Только любимая — это куча дерьма. Вот такое ощущение. Блин, ну вот было вот совсем, вот совсем. Это исступление просто. Ребят, вы просто не понимаете. Вы не понимаете. Вы думаете, что я тут просто угораю. Угораю, шучу. Нет, эта игра вот здесь, в этом моменте, применила все, что только могла, чтобы не дать тебе поиграть нормально. Вот все. Ну как можно сделать такое? Сто пудов, чувак, разработчик сделал это в первую очередь и поставил в самом начале игры. И просто боялся, что люди не будут в это играть. Просто здесь нереально пройти. Здесь реально прийти к сумасшествию. Я уже близок. Это и есть секретная концовка игры. Какая там секретная? Это самая первая, базовая концовка игры. Вы стали психом. И следующая кат-сцена в психушке, где вам делают лоботомию. Чтобы вы больше не испытывали никаких чувств. Но даже в этом случае, полностью без чувств играя в эту игру, вы будете математически испытывать фрустрацию. Как бы просто голыми фактами. И я не смог допрыгнуть в 100-тысячный раз. Ну, по факту это отвратительно. Ну, это бесит, по факту. Ужас, построенный на голом расчете. Проанализировав все данные и все переменные, и все константы, и все косинусы. Нет, погодите, я должен посмотреть прохождение, как люди это делают. О, спидран есть. Ну-ка. Просто этот ролик посмотреть было пинком под зад, пощечиной, нагадили на голову, плюнули в суп. Просто это что были за спидраны сейчас? Это как он так сделал? Что это был за прыжок? Вот я даже просто близко не могу представить, как у меня получилось сделать... Только два раза сделал? Три? Жалко, этот чел на видосе не оставил свои контакты, потому что... Я бы его нанял. Я бы его нанял, чтобы он это прошел. Слушайте, я стал висеть на этом камне гораздо чаще, чем обычно. Я не понимаю, что ты хочешь меня. Что ты мне хочешь? Что ты мне хочешь? Что ты хочешь? Не знаю, что ты хочешь. Хочешь, я буду с тобой нежен? Хочешь, я исполню все твои мечты? Хочешь, я буду называть тебя солнышко? Хочешь, я буду нежно целовать тебя в ушко? Хочешь, я буду... нежно бить тебя палкой самым больным точкам. Хочешь? Хочешь, я привяжу тебя в подвале. В подвале туалета уличного сельского. Там вот привяжу тебя и разъясню тебе, что так поступать с людьми, вот как ты. Со мной так нельзя делать. Я, кажется, осознал. Я, кажется, только что осознал, как это сделать. Я сейчас это сделаю. По-моему, я сейчас это сделаю. Тихо. Тихо, я сейчас это сделаю. Мне кажется, пришло озарение. Озарение, понимание механики. Победа, она где-то здесь. Я чувствую, она на горизонте. Она уже стучится в мою дверь. Сбитый. Стучится сбитый. Сбитый, на которую примотаны гвозди. Чтобы просто избить меня. И сказать, что мне ничего не светит. Это будет мой день сегодня или нет? Спасибо. О боже мой, спасибо. Я не знаю, как благодарить тебя. Я просто рад, я просто благодарен. У меня даже нету... У меня даже нету никакой эмоции, кроме ожидания провала. Вот все, это, не знаю, это эмоция или что это? А, это холодный расчет. Логическая боль. Тихо. Ой-ой-ой. Господи, как же все это шатко. Нам нужно действовать так медленно и так аккуратно. Перестает шататься, и мы отпускаем. Перестает шататься, и мы отпускаем. Только так это работать должно. Вот здесь, наверное, чуть-чуть можно пошатать. Но прям совсем чуть-чуть. Влево, вправо, влево, вправо. Да? Наверное. Хорошо. О боже мой, я не знаю.
Я не знаю. Ладно, давайте просто попробуем. Если нет, то все. Твою мать, какая позорная попытка. Какая позорная попытка. Я даже не поборолся за жизнь. Да! Да-да-да-да-да. Слушайте, ну это было хорошо. Очень красиво сейчас прыгнул. И причем я как будто бы с самого начала знал, что у меня получится. Вот здесь аккуратненько. Вот, мы уже достаточно быстро приходим к фонарям. Несмотря на то, что все мои мышцы уже убиты, они уже все в гипертонусе. Потом мне просто месяцами на массаже ходить, чтобы это все убрать, чтобы расслабиться. Шея просто вообще уже в нуль, в ноль, в нуль. Ой, боже мой, вот сейчас сорвусь и все. Я закончу. Я закончу с карьерой своей. Смотрите, как-то я интересно раскачиваю эту лампу. Раз, два, три. Ага. Я никогда еще так легко не сдавался. Я даже не сдался. Он просто отпустил в какой-то момент. Я не знаю, как у меня это получается. Вот настолько легко сейчас получилось. Я не знаю, как. Я вернулся. Господь дал мне силы. Я не понимаю, как это получилось сейчас у меня. Я так рад, что я так быстро вернулся. Столько боли просто скипнуто. Пожалуйста, держись. Сейчас нам нужно чуть-чуть еще раз раскачать, не торопиться. Как фонарик будет шататься, так и будет. Ладно. Никак он не будет шататься. Хорошо. Мама, ты будешь мной гордиться, когда посмотришь это видео. Мама, пожалуйста. Уже снежный биом пошел. Нет, пожалуйста, только не сейчас никаких проигрышей. У меня пальцы встали, мама. Мама. Голова, помоги мне. Ты шершавая. Отлично! Грибочки. Нет, грибочки, по-моему, что-то плохое. Да? Не трогай грибочки. Что за гребаные грибочки зимние, я не знаю. Я не знаю, что за подвох здесь меня ждет. О, нет, скользкие грибочки. Господи, неужели получилось ухватиться? А вот здесь-то как? Я не знаю! Вот здесь-то чё? Хорошо. Раз, два. Пофигу. Прости, люстра, прости. Чувствуйте, чувствуйте. Ой, на блюстер ударился. Ну, господи, как хорошо. Это боль вообще ничто. Это приятное чувство. Лайк. Лайк. Подписка. Комментарий. Приятный комментарий прямо сейчас. Да. Еще пару секунд прочувствуем это. Увидимся в следующем видосе. С вами был Юджин. И всем пять!